Ну, в общем, не успел ребенок поиграться, как сломал. Так что будем пытаться ее восстановить. Так. Принцип понятен. Отвалилась одна нога и не светится. Ну, вон, вот, вот так. Короче, какой-то импульс есть, все работает. Но вот здесь оно не держит. Поэтому будем ремонтировать. Угу. И вторая, в принципе, даже не заклеенная была. Так, что у нас тут? Сопротивление. Короче, надо зачистить и попробовать. Так, поставили батарейки, зачистили контакт и проверяем. Так, не горит, а вот таким макаром горит. Значит, эту припаиваем сюда, на эту припаиваем сюда. Все очень просто. Для начала надо залудить немножечко. Один мы, значит, припаяли сюда. Вот второй. Воспользуемся помощью зала. Соответственно, проверяем. Все нормально.
Выключаем. Пинцетиком все это дело надо будет поджать. А теперь включаем, все работает. Починили. Все это теперь правильно собирать. Так. Аккуратненько. Собираем. Закладываем. Все работает. Ну вот и все. Будем заряжать потихоньку. Самое что интересное, оказывается, ее можно использовать даже в воде. Я тут набрал немного чистой водички без газов. Ну и сейчас будем пробовать, как это работает в воде. Потому что самому очень сильно интересно. Лучше испытать заранее, чтобы у ребенка не было разочарования. Но если это работает в воде, то, наверное, плотность вина не такая уж большая. Можно и вино декорировать. Да, в принципе, можно делать все, что угодно с ней. Сильно намудрил. Ну вот, финал. Закидываем поглубже. Вот и все. В воде это смотрится даже лучше. В общем, так, как-то так починили.